Дорогие друзья, наш организм нуждается в максимальной заботе и помощи в устранении токсинов, которые накапливаются на протяжении многих лет, чтобы предотвратить недомогание и серьезные заболевания. Наше тело – одно из самых мощных чудес природы. Оно обладает способностью обрабатывать продукты питания, превращать их в питательные источники, исцелять органы, восстанавливать ткани, но до сих пор наука еще не открыла все тайны человеческого организма. Проявите заботу о себе, правильно питайте и используйте травы для восстановления здоровья. Первое – это зеленый чай. Он имеет пищеварительные свойства, которые защищают желудок, кишечник и особенно печень. Чтобы наслаждаться стабильным здоровьем, рекомендуется купить его в магазине и употреблять по 100 мг после каждого приема пищи, чтобы эффект был быстрее и эффективнее. Обращаю внимание на чай из одуванчика. Это лекарственное растение действует как стимулятор функции печени, специально очищает и помогает улучшить ее функционирование. Этот чай рекомендуется потреблять тоже по 100 мг после каждого приема пищи. И он очень хорошо помогает переваривать пищу и не чувствовать тяжести в желудке. Всего лишь одна чайная ложка корней одуванчика, можно добавить одну чайную ложку зеленого чая, залить 1 л кипятка, дать остыть, процедить и хранить в холодильнике 1-2 дня и пить в течение дня. Чай с тимьяном. Этот чай рекомендуется для очищения организма и для тех, у кого плохое пищеварение и нервозность. Тимьян является отличным союзником для улучшения функционирования желчного пузыря и печени, и последний несет ответственность за устранение токсинов из организма и в почках. Чтобы сделать этот чай, надо смешать равные части тимьяна, липовый цвет, мелисса или мята, листья смородины. Все это смешать или листья малины и 1 чайную ложку смесь залить стаканом горячей воды. Настоять 20 минут и пить 1 раз в день на протяжении 2 недель. Чай с листьями клубники. Когда токсины накапливаются в организме, они могут вызвать нарушения, такие как избыток и накопление мочевой кислоты, и вследствие развития подагры и суставных заболеваний. Для борьбы с этой проблемой чай с листьями клубники является отличным домашним лечением. Также возьмите всего лишь 1 столовую ложку в равных количествах мята, малина или черника, смородины и листья клубники. Заливайте 0,5 л кипятка, дайте остыть и пейте такой настой по 1-2 чашки в течение дня. Мы говорим с вами об очищении организма и очень хорошо использовать шалфей. Он идеально подходит для снятия дискомфорта в печени, устранения токсинов и очистки организма. Чай с шалфеем можно пить после каждого приема пищи. Регулярное очищение организма поможет вам улучшить свое здоровье в нескольких аспектах. Одновременно он повысит вашу энергию, поможет вам получить более высокие результаты от других лечебных процедур. Например, если вы делаете массаж, ванну или даже обычную гимнастику. Все травы улучшают функции иммунной системы, что помогает организму более эффективно противостоять вирусам и инфекциям, а также поддерживать в организме баланс бактерий. Травы помогут при хронических заболеваниях, потому что токсины накапливаются в организме, и они могут быть причиной и заболеваний онко, и сердечных заболеваний, неврологических заболеваний, инсультов. Тело имеет интегрированную функцию детоксикации для борьбы со всем этим злом. Но часто эти системы перегружены, так что очищение организма помогает улучшить организм. Организм будет работать правильно, избавиться от болезней. И, конечно же, лишний вес – это и есть организм ваш реагирует на накопление токсинов. И это естественную способность блокирует. Организм не может сжигать жиры. Это приводит к увеличению веса, болезням сердца, высокому артериальному давлению. И когда очищение проводится регулярно, организм освобождается от токсинов, которые хранятся в жировых клетках, и это приводит к ускорению метаболизма и сжиганию лишнего веса.
Дорогие друзья, на канале «Домашний очаг» Марины огромное количество видео по самоисцелению. Если вас интересует именно фитотерапия, смотрите плейлист о травах, используйте, задавайте мне вопросы, я всегда отвечаю. Подписывайтесь на мой канал, будьте здоровы, благополучны и успешны. Создайте плейлист самоисцеления на своем канале. Мои видео поставьте значок «плюс», сохранятся у вас на канале и всегда будут в вашем арсенале для того, чтобы вы смогли просмотреть видео о самоисцелении вашего здоровья.